Итак, следующий бой. Здесь уже достаточно интересно. Наш соотечественник дебютирует Магомед Анкалаев против Пола Крейга. Про Пола Крейга много, наверное, говорить не стоит. И так все знаем. 9-2. К сожалению, UFC рекорд у него одна победа, два поражения, причем победа над Луисом Энрике де Сильва. Луис Энрике де Сильва это, боец совершенно не уровня UFC, он это уже показал и не один раз это показал. Пол Крейг сумел его засабмитить во втором раунде. Ну а после этого он проиграл нокаутом Тайсону Педро и вот в крайнем бою очень-очень жестким нокаутом проиграл Халилу Раундри. В общем, тоже, Пол Крейг раньше выступал в организации БАМа, причем завоевывал там чемпионский пояс в получажах. Но вот все-таки как-то немного получается, что UFC, как мне кажется, не его немножко уровень. А что касается Магомеда Анкалаева, 10-0, боец крайне перспективный, по моему мнению. Тренируется, вообще на топол же указан клуб «Горец», выступает в организации «Ахмат», его базой является греко-римская борьба, но он, конечно же, не является исключительно борцом, он свою ударную технику уже давно подтянул и подтянул на очень неплохой уровень, судя вот по тем боям, которые в «Ахмате» я его последний видел, отличная тоже, реально у него очень хорошая стойка. Если честно, не знаю, несмотря на то, что один боец провел UFC 3 боя, да, по сути, с какой-никакой оппозицией встречался, Анкалаев только дебютирует, я не думаю, честно, вот, что у Крейга есть здесь какие-то шансы. Я как бы для себя склоняюсь к Анкалаеву, думаю, что он здесь выиграет и выиграет досрочно. Ты что думаешь, Андрюх? Да, в принципе, мне здесь особо больше рассказывать нечего. Ты по большому счету все рассказал то, как оно и должно быть. Действительно, Анкалаев это крайне перспективный боец. Да, но он с Рамазаном Имеевым и очень-очень хорошо себя показывает. Каждый раз более высокий уровень, более лучшую работу в стойке. У него очень хорошее кардио. В общем, для Пола Крейга здесь будет, скорее всего, не самый веселый вечер. И завершится он победой его соперника техническим нокаутом, а может быть и глухим нокаутом, не знаю, но я все-таки думаю, Анкалаев досрочно в первой половине боя. Полностью с тобой согласен. Ну что, тогда переходим к следующему бою. Вот здесь, относительно интригующее противостояние Дэнни Хенри против Хаким Дауду. Дэнни Хенри в прошлом бою дебютировал в UFC, причем встречался он с Дэниелом Теймуром. На тот момент не битым бойцом с рекордом 6-0. И показал себя Дэнни Хенри просто с наилучшей стороны. Единственное, что вот не получилось у него Теймура удосрочить. Хотя, конечно, были к этому все предпосылки. Просто вот немножко дожать ему не удалось. Он и в нокдаун отправлял Теймура, и из партера там пытался сабмишн провести, пытался забивать, но вот немножко не получилось закончить. Хотя вообще справедливости ради стоит заметить, что первый раунд был достаточно равный, и даже, наверное, Теймура выиграл. Даже если просто вот сейчас статистику открыть, то Дэнни Хенри по ударам проиграл этот раунд. Но затем оба бойца немножко подустали, и во втором, собственно, от Дэнни Хенри были серьезнейшие попадания, и Дэниел Теймур, по сути, закончился в том бою. Вот. Ну а до UFC, что касается карьеры Дэнни Хенри, они, не знаю даже, что можно как бы сказать, тоже оппозиция крайне слабая, прям вот вообще не того уровня. И успел он два поражения даже уже решением схватить, но одно отквитал затем. В общем,
Ну, такой боец, знаешь, достаточно хорошая стойка, и в партере есть навыки, но в то же время прям я бы не сказал, что прям вот что-то такое очень прям интересное себя представляет. Но вот что касается его соперника, Хакин Дауду, с этим бойцом я уже ознакомлен был заранее, 7-0 рекорд, одна ничья. Собственно, и все бои, кроме вот своего крайнего боя со Стивеном Сайлером, он выиграл нокаутом, либо в первом, либо во втором раунде, вот только один бой до третьего дошел. Была одна ничья с Маратом Магомедовым в 2015 году. Ну, из-за чего там случилась ничья, потому что Марат Магомедов отрабатывал на Хакиме Доуду свою борцовскую технику все три раунда. В общем, там просто тейкдаун за тейкдауном проводил один за другим, там и зрелищные, и красивые. Но, тем не менее, Хаким Доуду неизменно защищался, неизменно вставал, и Марат Магомедов мало того, что измотался, он еще и в стойке постоянно пропускал, и, в общем, в этом бою дали судьи ничью. И в следующем бою был реванш, Хаким Доуду сумел нокаутировать Марата Магомедова во втором раунде. Ну, а в бою со Стивеном Сайлером Хаким Доуду уже достаточно уверенно и, собственно, легко выиграл Стивена Сайлера решением. Удосрочить не смог, но там было доминирование. Вот. В стойке он себя чувствует просто крайне уверенно. У него прям такая выверенная стойка, отличные передвижения на ногах. Он работает в основном, так знаешь, на рефлексах, скажем так. То есть попасть по нему весьма и весьма тяжело, при этом сам он имеет очень быстрые руки и тяжелый удар. Что касается партера, он себя в партере чувствует все-таки хорошо, потому что вот с Маратом Магомедовым, то, что он показал, хоть и ничья, он очень все-таки себя хорошо показал. В общем, такой боец. Я, как известно, как бы являюсь глором и советую глорить начинать уже сейчас. И полагаю, что в этом бою, хоть и Хенри себя хорошо показал предыдущим, хоть и Доуду только дебютирует, но я полагаю, выиграет здесь Доуду и весьма уверенно. Ты что думаешь, Андрюх? Да, в принципе, я тоже склоняюсь к победе Хакима, потому что еще Павсов его помню как прекрасного проспекта, тот типичный представитель темнокожих людей, которые работают на, как ты говоришь, рефлексах. У него очень-очень хорошая ударная техника. И, в принципе, я думаю, Дэнни Генри не сможет ему чисто технически ничего противопоставить. Генри показал то, что у него очень-очень большое сердце. И в бою с Дэниелом Теймуром, когда он, по сути, проигрывая первый раунд, тоже там, будучи в таком пограничном состоянии, практически в техническом нокауте, он сумел выстоять этот натиск, подождать, пока соперник вымахается, и выиграть эту победу. Но я думаю, здесь такой трюк не пройдет, потому что Доводу просто банально выше уровнем. Выше уровнем в партере, выше уровнем в стойке. Поэтому, я думаю, здесь для него просто будет очередная победа. Скорее всего, бой будет зрелищный. И закончится он перформансом вечера от Хакима Доводу. Ну что ж, тогда мы с тобой пойдем к следующему бою.